Я хотел несколько слов сказать по поводу нашей кафедры. Значит, наша кафедра была основана в 1939 году. Основателем кафедры был Сергей Евгеньевич Северин. Надо сказать, что история кафедры очень многозначная, потому что у истоков этой кафедры стоял не только Сергей Евгеньевич Северин, но и Владимир Александрович Энгельгардт. То есть два самых выдающихся российских или советских биохимика были у основ этой кафедры. Традиционно кафедра занимается белковой химией, энзимологией, азотистыми экстрактивными соединениями. Но это не означает, что наши выпускники занимаются только белковой химией. Должен сказать, что кафедра может гордиться своими выпускниками, которые работают в самых разных областях. Здравствуйте, меня зовут Наталья Николаевна Киреева. Мы с вами находимся в 121-й комнате, где мы проводим занятия на малом практикуме для студентов различных кафедр. Мы научим вас колоночной хроматографии на примере гель-хроматографии, с помощью которой можно определять молекулярную массу соединений, а также очищать белки от солей. Мы научим вас определять концентрацию белков разными способами. А еще у нас есть такие задачи, которые студенты выполняют по несколько дней, превращая их в настоящие исследовательские работы. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Александровна Владычинская, и мы с вами находимся в аудитории 126, где студенты кафедры биохимии слушают лекционные курсы. На кафедре читается большое количество спецкурсов, позволяющих студентам получить знания не только по классической биохимии, но и расширить свои знания и навыки в смежных областях. Особое внимание на нашей кафедре всегда уделялось изучению механизмов функционирования белковых молекул. Поэтому в ходе обучения студенты проходят множество курсов, связанных с белками. Кинетика ферментативных реакций, современные методы молекулярной биологии и иммунохимии, физика белковых молекул, посттрансляционные модификации белков и ряд других курсов дают студентам обширные представления о функционировании белков. Здравствуйте, я Садницына Мария Викторовна. Студенты биологического факультета проходят много лабораторных и выездных практик, но практика на Беломорской биологической станции будет первой, где они окажутся в новом коллективе – студентами кафедры биохимии. Во время этой практики студенты впервые знакомятся с навыками биохимической работы, а также с буферными системами и получают первые знания для работы с ними. Кроме того, на ББС для наших студентов проводится практика по изучению разнообразия беспозвоночных в Белом море. Ребята сами выходят в море, где ловят, а после определяют и изучают различных беспозвоночных. Кроме того, во время этой практики проводится различная биохимическая и молекулярно-биологическая работа с материалом, полученным также на биостанции. Здравствуйте, меня зовут Олеся Владимировна Букач, и мы сейчас с вами находимся в аудитории номер 127, где проходят занятия большого практикума для студентов нашей кафедры. Большой практикум у нас разделен на несколько частей. На разделах «Практическая биохимия белка» и «Препаративная энзимология» студенты кафедры осваивают базовые, мощные и широко распространенные в лабораторной практике методы работы с белками. Среди этих методов можно отметить набор хроматографических методов, электрофоретические методы, масс-спектрометрию и методы изучения кинетики ферментов. Но я бы даже сказала шире. Студенты учатся не просто методам и приемам, а культуре биохимического эксперимента. То есть, как работать с белками, чтобы получить не просто результат, а надежный и верный результат. Добрый день! Мы преподаватели раздела большого практикума практических задач по биологической инженерии и иммунохимии. Дарья Владимировна Серебряная. Здравствуйте. И я, Иван Алексеевич Катрук. На нашем разделе практикума студенты изучают основные генно-инженерные и иммунохимические методы и, используя их, решают различные научные задачи. В том числе студенты работают с культурами клеточных линий, проводят клонирование, экспрессию, очистку и исследование свойств различных рекомбинантных белков. Результаты своих исследований наши студенты представляют в виде устных докладов, а также на постерной сессии. С 2018 года наша кафедра проводит конференцию «Студенческий биохимический форум», на которой студенты из различных городов и стран имеют возможность представить свои работы в формате устных докладов и постерных презентаций, а также послушать лекции ведущих специалистов в области биохимии, молекулярной биологии, физиологии и биоинженерии.
Здравствуйте. На нашей кафедре функционирует несколько научных групп. Меня зовут Елизавета Андреевна Климанова, и я работаю в группе под руководством профессора Лопиной Ольги Дмитриевны. Наша группа занимается изучением натрий-калиевой атеофазы и градиента одновалентных катионов, который обеспечивает этот фермент функционирование клеток животных. Сейчас мы находимся с вами в 142-й комнате. Это клеточный бокс, в котором ведутся работы с различными культурами эукариотических клеток. Здравствуйте, друзья! Мы Лидия Муранова и Владислав Шатов. Мы находимся в 128-й комнате кафедры биохимии. Это лаборатория малых белков теплового шока, которой руководит наш заведующий кафедрой профессор Гусев Николай Борисович. Конкретно наш коллектив исследует структуру и свойства малых белков теплового шока. Эти изящные и во многом загадочные белки являются первым рубежом защиты клетки при многих стрессовых нарушениях. В задачи нашей лаборатории входит разностороннее изучение структуры, свойства и принципов функционирования малых белков теплового шока. На нашей кафедре также функционирует группа протеомных методов анализа, которой руководит старший научный сотрудник Олег Клычников. Группа, занимающаяся изучением механизмов функционирования энергопреобразующих ферментов под руководством профессора Виноградова. И группа иммунохимии, занятая разработкой принципов диагностических тест-систем под руководством профессора Катрухи. Мы находимся с вами в финальной точке нашего путешествия по кафедре биохимии. Здесь мы встречаемся, когда приходим на работу, и прощаемся, когда уходим домой. Здесь размещаем информацию об учебном процессе. Здесь наши студенты выступают на конференции. И по случаю разных праздников здесь мы устраиваем чаепитие. И, конечно же, здесь мы ставим нашу новогоднюю елку. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы узнали немножко побольше по поводу кафедры биохимии. Познакомились с тем, что происходит на кафедре, как происходит учебный процесс, чем мы занимаемся в науке. Надеюсь, что вам это было интересно, и, может быть, это приведет вас на нашу кафедру. Этот год был очень тяжелым, сложным для всех нас, и для студентов, и для преподавателей. Я надеюсь, что мы каким-то образом выйдем из этой тяжелой ситуации. Ну и я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать прежде всего здоровья. Здоровья вам, вашим близким, всем тем людям, которые окружают вас. Ну и если будет здоровье, то и будут успехи, в этом я не сомневаюсь. Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и хочу, чтобы Новый год был лучше того, который уходит.